Азиатская кухня славится острыми вкусами и быстрыми рецептами. Часто за 30 минут вы можете получить полноценное горячее блюдо. Это все вы найдете в данном варианте, у вас точно получится. Изучите, как приготовить говядину по-азиатски. Она подается в классическом виде в миске вместе с рисом, остро-сладкий вкус, немного овощей, соус и нейтральный гарнир, все как положено. Какие-то соусы и приправы вы можете не найти, тогда пробуйте без них, просто вкус получится менее насыщенным. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Для начала фарш перемешайте с содой и оставьте на пару минут. 2. Мелко нашинкуйте лук, чеснок и имбирь. 3. Сделайте заправку, смешав соевый соус и хойсин, томатную пасту, перец, сахар и кунжутное масло. 4. Затем в глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте в нем фарш до коричневого цвета. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Потом добавьте имбирь, чеснок и лук, тушите 2 минуты. 6. И, наконец, влейте заправку соус, перемешайте и готовьте еще пару минут. 7. Подавайте блюдо с рисом, морковкой и арахисом или другими дополнениями. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фарш говяжий 1 кг, соус хойсин 6 столовых ложек, соевый соус 3 столовые ложки, томатная паста 1 столовая ложка, растительное масло 1 столовая ложка, имбирь молотый 2 столовые ложки, зеленый лук, перо 5 штук, чеснок 4 зубчика, сахар 1 чайная ложка, красный перец хлопьями 0,5 чайных ложки, кунжутное масло 1 чайная ложка, сода 0,75 чайных ложки, количество порций 4-6. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачи, друзья, заходите!